Спасибо за прекрасные слова. Дорогие друзья, сегодня весь вечер с вами лауреат Международного телевизионного фестиваля «Восточный базар», участник проекта «Народный артист», певец и ведущий Авраам Карахан. И прекрасная Мария. Ваши аплодисменты, друзья. Ну что ж, под ваши бурные аплодисменты мы начинаем концертную часть вечера российско-турецкой дружбы. Друзья мои, я вижу, как ребята готовятся. Вот как говорила моя бабушка, я вам историю расскажу. Бабушка смотрит, как поет Муслим Магомаев по телевизору и аплодирует. Дедушка говорит: не аплодируй, голова болит. Бабушка говорит: знаешь, мой каждый аплодисмент дарит мне полчаса жизни. А дедушка говорит: я слышал такой вариант, что горячим рукам деньги прилипают. В любом случае, друзья мои, этим ребятам, которые готовятся, будет очень приятно ваши аплодисменты. Они ради этого приехали. Сегодня будет хороший, добрый концерт. И, дорогие друзья, мы приглашаем на сцену поэтессу, писателя, журналиста, автора книг, члена Союза писателей и переводчиков города Москвы, которая прочитает стихотворение о российско-турецкой дружбе, написанное ей самой. Итак, встречаем Ферида Ибрагимова. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие зрители. Поздравляю вас с праздником весны, с праздником российско-турецкой дружбы. Это стихотворение я написала 15 декабря, когда состоялся первый концерт российско-турецкой дружбы. Сначала я прочту его, а потом подарю еще одно стихотворение. Российско-турецкая дружба, я думаю, можно без слов. Но так как сегодня праздник, озвучу всего пару строк. Походкой пускай величавой народы другие манит. Российско-турецкая дружба пусть преданность вечно хранит. Изысканным вкусом щербета пускай окрыляет она. Российско-турецкая дружба пусть будет навечно крепка. Февраля 2018 года состоялась презентация моей новой книги «У тебя все получится». И я хочу зачитать вам свое стихотворение для того, чтобы вы все вдохновились. «У тебя все получится, слышишь? И отбрось-ка сомнения прочь. Не теряй время даром, увидишь, что мое предсказание сбылось. Никогда, никогда не сдавайся, верь в себя и, конечно, в успех. Всем невзгодам назло улыбайся. Будешь крепким, как грецкий орех. Неудачам скажи до свидания, попрощайся со слабой душой. Бог оценит твои все старания и одарит счастливой судьбой. Верь в мечту и в ее воплощение, не сдавайся, иди до конца. У тебя все получится, слышишь, пока вера с надеждой жива».